Всех приветствую, меня зовут Сергей, мне 25 лет. Начал интересоваться покером еще, когда был в школе. Вконтакте был Покер Шарк, если я не ошибаюсь. И вот тогда начал играть первые свои раздачи. После чего играл на любительском уровне всегда. Там Покер Старс. Первый из покерных румов было, куда там $10 закинул. Потом по итогу 80 вывел, эти первые деньги с покера, когда я уже понял, что можно хоть что-то зарабатывать им. Дальше я тоже продолжал играть на любительском уровне, и в плюсе был во многом только за счет каких-то бонусных программ, систем и так далее и тому подобное, и на регулярной основе никогда не играл, поэтому сложно говорить о своем уровне игры. До этого курса часто играл офлайн. Турниры, кэш, ну, в офлайне, конечно, дело было похуже. Поэтому решил взять этот курс и начал с самого низкого лимита NL2, решил постараться двигаться, побить NL2, NL5 и так далее и тому подобное. За месяц курса вот наиграл 7000 рук по кассе в плюс $4, ну по ЕВ еще оставляет желать лучшего, минус 17, то есть во многом допускал очень много ошибок, что надо исправлять. Если говорить уже конкретно о курсе, в принципе, курсом я доволен, рассматривал этот курс как основу, как базис, который я получу, и уже в дальнейшем буду нарабатывать там теорию, концепцию, количество рук, практику и все остальное. И мне именно не хватало вот основных теоретических знаний. И так как я изначально это и подразумевал, когда брал курс, что мне нужны просто теоретические основные знания, вот самый фундамент, на который я уже дальше буду настраивать, то курсом я доволен. Конечно, в чате моего курса было много недовольных и людей, которые были в большом минусе и которые проходили повторно курс и были недовольны. Это, конечно, негативный осадочек оставлял, но я для себя понимал то, что это только начало мое, и дальше все зависит от меня. Надо работать, работать и еще раз работать. Поэтому из плюсов курса, то, что я могу вот для себя определить, это то, что курс всегда дает мотивацию для работы. То есть есть тренера, кураторы, мини-группа. И постоянно подбадривают и заставляют тебя работать. Постоянно там ежедневные задания, еженедельные задания, плюшки за выполнение того или другого задания. То есть курс подбадривает тебя учиться и достигать своего результата. Поэтому это однозначно огромный плюс курса. Также плюс — это, наверное, персонал этого курса, это кураторы, тренера, которые которые всегда помогут, хоть они и пишут, что там с 8 до 7 работают, но по факту, как я заметил, в любое время суток, если человек не спит, то отвечает, помогает ответить на вопрос, и даже учитывая большую долю негатива, которая была в общем чате, никто никогда с агрессией не отвечал, всегда культурно и на достойном уровне был дан ответ. Касательно того, что не то чтобы не понравилось, но я считаю, что можно изменить это, как минимум чуть обновить, модернизировать, может даже не сам сайт, а видео обучающие, которые предоставляются, то есть сделать какие-то презентации поинтересней, как бы тогда же тот же сайт можно уже чуть обновить, потому что, мне кажется, по оформлению застряли немножечко где-то в 2015 году. То есть я не думаю, что это сложно прям сделать или дорогостоящее, просто нанять какого-то
дизайнера, который пропишет новую новую тему для сайта, для переснять вот эти видео. То есть это займет не сильно много времени, но уже это будет более приятно для глаза. То есть эта подача материала будет приятнее, привлекательнее, и люди, которые будут платить деньги, они будут платить, ну, понятно, что в основном за знания, но в другом они будут смотреть. Да, вот это вот качество, вот отлично. Ну, это сугубо мое мнение, конечно, оно не влияет на там, концепции, стратегии и все остальное. Ну, можно было бы сделать. Поэтому, подбивая итоги, в целом курсом я доволен. Планирую в дальнейшем изучать, перечитывать, зачитывать ADR материал, который предоставлен на курсе, наиграть количество рук уже нужное, чтобы реально определять ошибки, которые повторяются, и в дальнейшем их исправлять. И понятно, что в дальнейшем буду брать еще какие-то курсы, там, тренеров и так далее и тому подобное. И думаю, что дойду до того уровня, когда смогу взять уже следующий по уровню курс, там, курс за результаты, если я не ошибаюсь, он называется, там, где поднимают НЛ-25 и выше, один из лимитов, потому что, ну, реально очень понравилось, вот, как настроена система, потому что я знаю, там, иные курсы не по покеру, и они сделаны, ну, вот, если у человека есть огромное желание, он будет проходить, а если нет, ну и хер с ним, его никто не будет подбадривать. Тут же это вот на очень высоком уровне. Вот сделать все то, дать такую мотивацию, чтобы человек не только хотел начать, а хотел и закончить это все. В принципе, у меня все. Спасибо еще раз тем, кто прослушал меня. А, и еще вспомнил. Это один из немногих ресурсов, одна из немногих команд, которая реально прислушивается к отзывам. Я вот на третьей неделе обучения, когда вставлял еженедельный отзыв, оставил пункт, ну, который меня не то что не устраивал, но который можно было бы исправить, сделать лучше, и на четвертой неделе это исправилось. То есть эти отзывы мы не просто оставляем для галочки. И вот это видео я тоже уверен, что его просмотрят, прослушают и сделают какие-либо выводы по нему. И это очень приятно, то что есть вот такая вот обратная связь между покупателем услуг и тем, кто их предоставляет. Поэтому уже точно подбиваю итог. Спасибо за курс. В целом я им доволен. Понятно, что всегда есть куда расти. Поэтому думаю, что вот можно его просто обновить тематически. Но касательно теории, концепции, стратегии, может, его тоже можно уже усовершенствовать. Но я пока что не на том уровне, чтобы давать такие вот советы, потому что я еще и этот курс на все 100% не выучил. Есть еще куча пробелов и место, где можно расти, учить и так далее и тому подобное. Поэтому все, всем спасибо, всем пока.